глаза. Смотри, куда мы пришли. Государственный историко-художественный музей. Да. Посмотрим. Смотри, какой замечательный виноградов. Какая цветопередача, да? Да. И вот это тоже. И Жуковский, да. А левитан какой. Так, да? Немножко отсвечивает. Итак, мы под музыку Стравинского напротив Кандинского. Смотри, Лиз, как будто вот эта лодка, люди сидят. Да. И солнце такое. Такое солнце из северного сияния, да? Видишь, Лиз, как организован музей? Вот картина, вот здесь инсталляция, которая в объеме позволяет посмотреть, что хотел передать художник. Вот смотри, Лиз, вот это художник Малявин. Он обычно таких веселых женщин пишет в ярких нарядах народных, а это мужской портрет. Достаточно редкий. Видишь, какой мрачный товарищ. А вот здесь у нас с тобой Малевич. Косарь. Красивый какой монастырь, а?